Собственно, почему я все-таки того концерта в Востоке, хотя что это сольная программа? Все было так. Три песни пел исполнитель из Москвы, Андрей Баскаль. Где же ты, не знаю. Дальше. Потом я пел 17-18, всего на 6-7. Нет, я все равно с этого отчитываю, потому что, ну самое главное, правда, вот это первое такое выход. Большую аудиторию, чем, понятно, там, в том здании, на море. Но. Вот. А потом, даже чуть больше половины отделения, там Гриша Лихштейн. А вот второе отделение, почему для меня еще это знаково было все очень? Потому что второе отделение, втором отделении были все. И Дольский, и Клячкин, и Купин, и Валентин Иванович. По-моему, тоже. Но, в общем, как бы все питерское старшее поколение, которое, в общем, ну, для нас ориентир всегда. Питерское, московское, какая разница? Все равно ориентир, понимаете, потому что песни такие, тоже люди такие. И я со всеми познакомился тогда. Понимаете, для меня это очень важный был день. Очень важный. Хотя некоторые московские авторы, которые тоже так постарше, говорю, в Ленинграде такая аудитория сложная, тяжелая, так что смотри, там, да. Но, ну, по-моему, вообще язык нашли сразу, и все хорошо. Поскольку вот всю жизнь продолжается, все продолжается. Знаете, я думаю, ну, есть песни, без которых нельзя, я просто чуть-чуть вот, наверное, начну. Даже не то, что Москва, я все равно изначально не москвич, я подмосковный. Вот. И отец у меня вообще с Ванка пришел, он из Смоленской области, вот у нас в Ростове. Вот. И мы получили какое-то жилье, только когда... Когда в школу пошел, перед самой школой комнатку в коммуналке, а там что-то снимали, а по тем временам, после войны, нам, вы понимаете, что там жилье, там ничего, там сарайчики, терраски какие-то, вот, все. Это школьное детство у меня вот такое. Собственно, вот такое. Я никогда не позабуду, что в комнатенке 2 на 3. Пирог имеет форму чуда, и свой крыжовник внутри. Его на улицу носи, на всех друзей побольше кос. Корица, дуб и керосина, и необыкновенный вкус, а чудо. Славная посуда, по чудотворцу и почет, и керосинка тоже чудо, пускай коптит, но как печет, нам было холодно и трудно судьбу этим попрекать. Хотелось праздника и чуда, взяв у соседей на прокат. Пекла до ночи моя мама, вот будет радости на всех. А вьюга выводила гаммы, и в щели набивала снег. Я никогда не позабуду моих друзей по именам, что невозможно жить без чуда. Да в какие времена? Ты веришь, друг мой, кроме шуток, что век наступит золотой, и в жизни вытеснено чудо электрогазовой плитой. Исчезли лавки с керосином,
и начинаем привыкать, что как в те годы в магазин. Сегодня чудо не сыскать, а чудо славная посуда. Я знаю очень хорошо, что нет штампованного чуда, не сотворенного.